Ты сказал насчет намаза, насчет азана, это все грех. Где ты слышал и от кого такое, что мы, и мы раньше рассказывали, говорили, что азан делать грех, намаз делать грех, то все. От кого и где ты слышал это все? Повторяю еще раз, что во всех ваших проектах, то я шадор, то, что я сам лично читал и разговаривал с теми детьми, которых вот, я говорил в эту авантюру. То, что я читал в том числе, что муфтияти работают, муфтият это мунафики, и мамы, которые сегодня работают, это мунафики, поэтому вы и покушение на них, я имею в виду вы, в том числе члены банподполья. Что азан читать, поэтому и было покушение не только там, а других. Азан это грех. То есть вы все, кто с властью или при власти, или работает в тот период, когда власть верхняя работает, значит, это все грешные люди. Это то, что не я придумал, а то, что я прочитал из обращения ваших сайтов, Эмират Кавказ, это то, что говорят те, которые сегодня жалуются, которых вы там обрабатывали всячески, чтобы они ушли в сторону от мирного существования. Но ты читал или прислышал это видео обращение или как это все насчет этого всего греха? Я же объясняю, что читал. Вот. А да. так же может любой человек написать, если мы такое говорили бы, мы официально, короче, рассказывали, интервью давали бы. А нет, то, что короче, этом... мы не против шариата, мы соблюдаем Коран и Сунну. Кто против них идет, те, короче, все враги, короче, ислама, не мой враги. Исламу враги, правильно. А если вы, в том числе и ты, и тебе подобные, прикрываясь исламом, взрываете людей, убиваете людей, прикрываясь, это не против ислама. Если ты и тебе подобные, спокойно рассуждая, вершаете суд над людьми, и считаете, что вам Всевышний дал это право, при этом не имея возможности показать мандат Всевышнего, это не против ислама. Есть мандат Всевышнего? Нет, вот в том-то и дело, что у меня нет. Поэтому я людей спасаю, а не убиваю. Вот разница моя в том, между тобой и другими, что я спасаю людей, а не убиваю. Я не даю команду убивать. А даже когда спецслужбы дом окружают, мы делаем все, чтобы вытащить этого бандита оттуда. Помочь ему. Да, чего и добиваемся. Али Мусаевич, попрошу по существу вопрос задавать. Пояснение мы вам предоставим дополнительно еще высказать. По существу вопрос. Все, понятно. Насчет извинений, покаяться, ты сказал. Я ни одному человеку плохого не сделал, чтобы покаяться. Я, иншаллах, каюсь перед Всевышним Аллахом. А то, что извините, не извините, я тебе, ни тебе, ни одному человеку плохого не сделал. То, что там говорят, слух, и то все, это все болтовня. И ты это лучше меня знаешь. Я очень хорошо знаю и многое знаю. Если ты ничего плохого не сделал, то ты должен покаяться, что ты ничего хорошего не сделал. А ты ничего хорошего не сделал. А ты откуда знаешь? Знаю. Откуда знаешь? Уверен. Еще раз суд делает замечание. Вопросы по существу, если желаете дать пояснение, суд вам предоставит возможность. У меня больше нет. Вопрос еще у участников процесса будут потерпевшие. Государственное мнение, вопросы.